Библейский портал экзегет.ру представляет. Псалом 145. Сегодняшняя беседа, как и многие другие, записываются редакцией портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. Группа поэм, завершающих псалтырь, а именно псалмы со 144 по 150, называются по-другому псалмами «Аллилуйя», потому что все они начинаются и заканчиваются выражением «Хвалите Господа», которое при транслитерации звучит как «Аллилуйя». В этом сборнике псалмов «Аллилуйя» нет воспоминаний о событии прошлого, жалоб к Богу, за что, доколе, нет намеков на угрозы со стороны врагов. Нет сравнения Господа с языческими богами. Остается только славословие Господу как Творцу и заботливому попечителю о человеке. А все остальное уходит на второй план. По сути дела, перед нами богословский эпилог религиозной поэзии псалтыри. Композиция 145-го псалма простая. Вначале автор псалма объявляет о своем намерении восхвалять Господа, затем побуждает народ не возлагать надежд на гражданских начальников, а возлагать надежды на Бога, который заботится об обиженных, алчущих, заключенных, открывает глаза слепым и поднимается к бедных. Завершается псалом уверенностью, что Бог будет вечно царствовать на Сионе. Заголовки этого и следующего псалма по Септуагинте, в которых авторство текста приписывается пророкам Аггею и Захарии, свидетельствует о том, что уже в древности датировку гимнов относили к периоду после возвращения из Вавилонского плена. Рассмотрим детальнее содержание псалма. Первые два стиха. «Обращение к себе, хвали душе моя Господа, буду восхвалять Господа» весьма напоминает начальные и заключительные слова из 102 и 103 псалмов. Такими словами автор гимна хочет заверить, что песня хвалы будет на протяжении всей жизни у него на устах. Основой для такой клятвы являются доверительные отношения с Богом, которого он называет своим. 3-4 стихи. В противоположность Богу упоминаются некие вельможи или знатные люди, которые собирательно называются князьями. Если псалом был действительно написан в период жизни пророков Захарии и Аггея, значит, речь могла идти о каких-то влиятельных персидских вельможах или князьках, ближайших от Иудеи соседей. Все люди, вне зависимости от положения в обществе, как один потомки Адама, сыны человеческие. То есть они смертные. Как только у них прекращается дыхание, буквально выходит дух, исходит дух, они прекращают свою жизнедеятельность. Все их мысли или планы, хорошие и плохие, улетучиваются, как ветер. Тем самым напоминается, что Господь дает человеку жизнь, вдыхает в его лицо дыхание жизни. Он же и отнимает у человека жизнь, как сказано у Экклезиаста, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Раз князья всего лишь временные люди, значит, рассчитывать в трудные минуты на спасительную помощь с их стороны тщетно. 5-9 стихи. На фоне описания князей в 3-4 стихах разворачивается весь остальной текст псалма, в котором прославляется Господь как национальный Бог Иакова. В начале 5 стиха повторяется слово «блаженны», с которого нередко в псалмах начинаются поучения о праведной и непорочной жизни. Истинное блаженство приходит к тем, кто видит в Боге помощь и надежду. Специфика терминологии 5-го псалма заключается в том, что слово «помощь» здесь указывает не на вспомоществование в житейских делах, а на особый характер попечения Бога о своих людях. В результате призывания имени Господа приходит помощь и защита. Содержание термина «надежда» установить трудно,
тому, что употребляется в Библии всего два раза. Бог – Творец Вселенной, неба и земли, море и все, что его наполняет. Он хранит верность своему творению и не меняет своих решений, что бы ни происходило на земле. После создания мира он не устранился, но проявляет сострадание по отношению к тем, кого более всего угнетают. Об этом речь идет в следующих трех стихах, каждый из которых состоит из трех одинаковых по размеру частей. В первых двух частях каждого стиха с 7 по 9 описываются социальные притеснения или физические недуги, которые подавляют свободу человека. В каждой третьей части реакция Господа на человека в зависимости от этики его поведения. Начинается этот список из 9 тезисов, 3 по 3, указанием на то, что Бог осуществляет правосудие над притесняемыми теми, кого неправомерно эксплуатируют. А заканчивается утверждением, что Бог сдерживает активность нечестивых, срывает их планы и действия. Внутри этого политического обрамления рассказ о том, как Бог кормит, исцеляет и поддерживает больных и обездоленных. Бог дает пищу голодным, освобождает заключенных, открывает глаза слепым, хранит и поддерживает мигрантов, сироту и вдову. В самом центре трехстишья стоит тезис, ради которого, наверное, писалась вся поэма. «Господь любит праведников». В предыдущем псалме ясно прописано, что Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Следовательно, указанные в данном псалме праведники – это не интеллигентные личности, порядочные по общечеловеческим законам морали. Это любящие Бога, верные Ему верующие люди. Праведность здесь имеет не этическую, следовательно, а религиозную оценку. Стремящиеся подражать своему сострадательному Богу в поведении, такие праведники не могут не проявлять сострадания к другим людям. Когда Иисус Христос в Назаретской синагоге развернул свиток пророка Исаии и прочитал во всеуслышание подобные слова, он затем объявил: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Таким образом, он показал всем присутствующим, что основой его мессианского служения является божественного сострадания. 10 стих. Псалом заканчивается предвкушением воцарения Господа на горе Сион, иными словами, в Иерусалимском храме. Там, в храме, во время главных религиозных праздников еврейского календаря пелись псалмы, в которых прославлялось вечное правление Бога над своим народом. Резюме. Слово «Аллилуйя» начинает и заканчивает 145-й псалом. Оно является не только обращением к народу «Славьте Господа», но и ответом верующих людей на данный призыв. Это выражение, видимо, было настолько запоминающимся и часто повторяемым за богослужением, что создатели Септуагинты решили его не переводить, а транслитерировать. В таком виде оно и попало в русский перевод. В повседневной жизни любого православного храма 145-й псалом можно услышать за божественной литургией. Он входит в состав второго антифона, то есть такого типа исполнения гимнов, которые поются собравшиеся в храме общиной попеременно. В Откровении Иоанна Богослова мы также находим образ Иерусалима, храма и собранного воедино многочисленного народа. Приветствуя воцарившегося Господа, народ восклицает: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!» Общая атмосфера торжества и ликования за небесной литургией воодушевляет снова и снова повторять слова «Аминь, Аллилуйя». То будущее, о котором мечтал псалмопевец, пришло. Наступил брак Агнца, воцарился Господь Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Аллилуйя!
Благодарю за внимание.